За 7 месяцев текущего года в Республике Башкортостан отмечен рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. В 36 ДТП скончалось 3 человека и 48 получили травмы. В целях профилактики дорожно-транспортного происшествия в городе Стерлитамак 8 августа стартовала профилактическая операция «Автобус». Сотрудниками госавтоинспекции будут проверяться предприятия, имеющие на балансе автобусы, перевозящие пассажиров. Также будет осуществляться надзор за движением автобусов в плане соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения, правил перевозок пассажиров в первую очередь. Телеканал ЮТВ, скажите, пожалуйста, доверяете ли вы свою жизнь водителям общественного транспорта и почему? Маршруткам очень тяжело доверять. Сами знаете, уже сколько по телевидению показывали, что там наркоманы, что там алкоголики. Почему таких людей берут на работу? Очень страшно. Они едут, вот, бесшабашные, мчатся, сломя башки, обгоняют вот так, не думают о том, что они везут людей. Вот был момент один раз, я прям вот ждала, не на своей остановке вышла, только бы убежать с этой маршрутки. Ничего? А Башавтотрансу? Ну, как бы да, им, конечно. Там более ответственные люди. Ну, во-первых, там посерьезнее. Башавтотранс, конечно. А почему? Ну, тут уже специалисты, они специально настроены на это. Более вежливо относятся к пассажирам. А частники – это шаромыги, они лишь бы сорвать куш. А забота о пассажирах не такая, как у Башавтотранса. Ну да, наверное. А кому больше верите, водителям Башавтотранса или частным перевозчикам? Башавтотранс. Почему? Не знаю, удобнее почему. Доверяю и автобусам, и троллейбусам. Почему? Потому что они всегда внимательны и всегда прислушиваются. Если что мы попросим, они всегда выполняют. Общественный транспорт на сегодняшний день в городе Стерлитамак развит. Перевозками занимаются как частники, так и муниципальные предприятия. Проведя сегодня социальный опрос среди жителей, мы выяснили, что стерлитамаковцы доверяют свою жизнь водителям, но меньше всего они боятся, когда садятся в муниципальные автобусы и троллейбусы. Денис Абузаров, Денис Итяшев, ЮТВ, Стерлитамак.